Юные спасатели. Сегодня в день пожарной охраны прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд школьников из Мурома, Коврова и Владимира. За штурмом башни наблюдала Анастасия Белова. В таком необычном забеге сегодня участвуют школьники. В пожарной части номер 5 собрались сборные команды из 3 городов Владимирской области. Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников, юношей и девушек посвящены 368-й годовщине образования российской пожарной охраны. Приехали команды, сборная команда города Коврова, города Владимира и сборная команда округа Муром. Задача, на первый взгляд, простая – пробежать короткую дистанцию, запрыгнуть на лестницу и забраться на башню. Однако такой ловкости мальчишки и девчонки добиваются долгими и упорными тренировками. Месяца 2-3, чтобы прямо залететь на лестницу, так, вначале ничего не получалось. Для мальчиков из средней возрастной группы задача усложняется. Начинается настоящий штурм пожарной башни. А тем, кто постарше, нужно еще и забраться на второй уровень. Испытание под силу не только самым быстрым, но и отважным. Таковым оказывается Дмитрий Казаков из Мурома. Даже сам не ожидал себя такого. Так получилось. Изначально нас просто пригласили на соревнования, потом затянул что-то и захотел дальше этим заниматься. Потом пойти в МЧС работать. Из муромских девчонок первыми в своих возрастных группах стали Алина Поспелова и Полина Моисеева. Однако в командном зачете наш город оказался на 3-й позиции, уступив соперникам из Владимира и Коврова. Но ребята не расстроились, ведь впереди новые тренировки, а значит, новые возможности для побед. Анастасия Белова, Николай Молодионов, новости Муром.